соло сзади. Сейчас сначала раскручиваем все эти болты, кроме нижней части, потому что только сверху нам надо. Снимаем тебя аккуратно. Анатомия страсти. Запускаем, можно болты отдельно вытрусить. Получается 9 болтов должно быть у нас. Так, вот камера. Нужно заодно показать, как камеру снимать. Камера легко снимается. Так же самое ставится назад. Потом соединяем все эти шлейфы по бокам. Вот, вот этот шлейф. Внимательно. Нужно ближе немного. Не фокусируется. Шлейф надо. Ногтем или чем-то, ну, сюда вниз. Вниз и вверх просто. Так аккуратно вытаскиваем. Все потом, потом вкручиваем вот эти два болта. Один болт. И второй. Болт. Немного поддеваем, потому что тут сбоку вот шлейф, он приклеен намертво. Надо чисто сверху чуть-чуть поддеть. И вот наш динамик тут торчит. Оп. Аккуратненько вот туда вот. Таскиваем. Все, выпал динамик. Вот тут у нас в упаковке динамик от Nokia 500. Выкрушиваем его. Такой же. Они даже здесь магнитятся. Такой же динамик, только надо оттопырить, получается, вот эти вот усики на максимум. Чтоб они там внутри под как бы присоединились нормально. Пришел серьезно побаловать свое мужское эго? Так. Постоянно с кем-то встречаешься, будто наверстываешь упущенное. Правда? И никто из девушек не удостоился второго свидания. Это возмутительно. Сегодня я иду на второе свидание. Сегодня вечеринка. После нее. Хорошо. Вырвался. Пока. Рвал его с корнями. Засунуть обратно. Анна Бэмфорд, Майкл Дорман, Эмма Луз, Трейси Ман, Глен Макмиллан, Бен Линги, Тим Росс, Брук Санчуэлл и Джессика Толди.
Встанет он туда? Нет. В первый раз или надо отрезать боковые? Эти усики, наверное, сбоку надо отрезать чем-то. Сейчас, он на паузу. Я еще в твоем фан-клубе, так что, если передумаешь... Клад. Один усик. Какая разница между юристом и богом? Второй. Срезаем. Он не считает себя юристом. Так, теперь пытаемся вставить это все туда. Вместо нашего стандартного втыкаем туда Nokia 500. Извините, мне пора. Ты не попробовал частей. Простите, дома. В последнее время он крайне востребован на одну ночь. Потаску он. Нет, это наше второе свидание. А как же остальные? Будут и вторые свидания. Да. Смотреть. Нет, я составил график вторых все свиданий. Все подал. Ладно. Посмотрим. Как бы все. Но сейчас я опаздываю на второе свидание. Прижимаем и закручиваем болты. Дамы и господа. Пока. Вижу, что наш парень вернулся в форму. Буду поздно. И тебе не приходится жить с ним. Квартиру его. Я знаю, я просто сказала. Имеется жить сложно. Один. Второй. Я подшучивала. Нет, скорее осуждала. С каких пор нам запрещено подшучивать над домом? Да, ты прав. Все по делу. Зажали, теперь вставляем все шлифа на место. Аккуратно. Пока, люблю тебя. И я. До встречи. Один шлиф. Вот этот обратно всовываем аккуратно. Он это заслужил. Получается сбоку. Может, у нее ОПС? Раз, засунул. И зажал. Раз. Так, что там дальше? Дальше камеру. Камеру. Ну, вот так вот берем, просто всовываем ее туда. В нишу и... Тогда самошлейф ставим на место. Аккуратно, чтобы она там застегнула. Все застегнулось, все нормально. Проверяем, все застегнуто, все шлифа на месте. Как бы все. Прикручиваем.